Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем очередное летнее занятие по математике на повторение и закрепление учебного материала. Занятие по счету 9. Предыдущее занятие вы можете найти у меня на канале. Также я рекомендую вам подписаться на канал «Репетитор по русскому языку» и писать диктанты без рекламы. Ссылка на этот канал будет в описании к этому ролику. Итак, давайте приступим к выполнению упражнений. Для этого мы сначала повторим то, что знаем. Если мы от какого-либо числа отнимем то же самое число, то получится 0. Например, от 3 отнимем 3, получится 0. Вместо любого числа мы подставляем буквенное значение а минус а равно 0. Если к числу прибавить 0, то получится то же самое число, то есть число не изменится. Например, 3 плюс 0 равно 3. Если к нулю прибавить число, то получится то же число, 0 плюс 3 равно 3. Если от числа отнять 0, то число не изменится. Например, от 3 отнимем 0, получится 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – двузначные числа. Двузначные числа состоят из десятков и единиц. Например, в числе 12 – 1 десяток, 2 единицы. Или можно сказать, что это 1 единица 2 разряда и 2 единицы 1 разряда. Повторим компоненты действий. При сложении первое число называется первое слагаемое, второе число – второе слагаемое. Результат действия сложения – это сумма. Компоненты действия вычитания. Уменьшаемое – это то число, которое мы уменьшаем. Вычитаемое – это то число, которое мы вычитаем. И разность – результат действия вычитания. Первое задание – реши примеры. Запишите эти примеры, выполните их. Не забывайте, что расстояние между столбиками – 3 клеточки. Каждая цифра в своей клетке. Когда будете готовы, нажмете «Продолжить», и мы с вами проверим выполнение этих примеров. Проверим решение примеров. От 16 отнять 7 получится 9. От 15 отнять 7 получится 8. От 12 отнять 7 получится 5. К 9 прибавить 6 равно 15. Вы проверяете у себя в тетради. К 7 прибавить 8 получится 15. От 14 отнимем 9 – 5. От 13 отнимем 4 – 9. К 8 прибавим 4 – 12. К 6 прибавим 5 – 11. К 7 прибавим 6 – 13. К 3 прибавим 9 – 12. От 14 отнимем 6 – 8. От 11 отнимем 2 – 9. От 18 отнимем 9 – 9. К 6 прибавим 6 – 12, к 7 прибавим 8 – 15, к 5 прибавим 9 – 16, к 9 прибавим 2 – 11, от 15 отнимем 7 – 8, от 12 отнимем 7 – 5, от 12 отнимем 3 – 9, к 5 прибавим 7 – 12. От 12 отнимем 3 – 9, и к 6 прибавим 9 – получится 15. Если у вас
примеры решены также, то поставьте себе восклицательный знак «Вы молодец». Второе задание. Нам нужно сравнить. Вместо точек поставить знаки «больше», «меньше» или «равно». Обратите внимание, выражение с примерами. То есть сначала нужно выполнить пример, к 4 прибавить 8, например, получится 12, и к 6 прибавить 6, получится 12. И сравниваем результаты. 12 и 12 равно. И так далее. Выполните это задание, а потом проверим. Проверьте, сравните знаки, какие стоят у вас с моим написанием. Если у вас так же, то вы выполнили верно. Поставьте себе восклицательный знак. Вы молодец. Следующее задание. Нужно вставить пропущенные числа. От 16 отнять 6 получится 10. Сколько нужно отнять от 10, чтобы получилось 9? Это число вставляем вместо точек. И так далее. Выполните эти примеры. Проверим. От 16 отняли 6, получится 10. И от 10 нужно отнять 1, получится 9. От 14 отняли 4, получится 10. И от 10 нужно отнять 3, чтобы получилось 7. От 12 отняли 2, 10. И чтобы получилось 6, нужно отнять 4. От 11 отняли 1, получится 10. И еще нужно отнять 5. Тогда получится 5. От 13 отняли 3, получилось 10. И от 10 нужно отнять 6, чтобы получилось 4. От 12 отняли 2, 10. И от 10 нам нужно отнять 5, чтобы получилось 5. От 15 мы отнимем 4, получится 11. И от 11 нам сколько нужно отнять, чтобы 6 получилось? 5. 15 минус 5 – 10, и 10 минус 4 – 6. Далее, 12 минус 3 – получится 9. Сколько нужно от 9 отнять, чтобы 7 получилось? Правильно, 2. Если у вас также, поставьте себе восклицательный знак «Вы молодец». Выполняем следующее задание. Нужно написать, сколько в числе десятков и сколько единиц. 14 – это 1 десяток, 4 единицы. И так далее. Выполните это задание. Проверим. 14 – это 1 десяток, 4 единицы. 17 – это 1 десяток, 7 единиц. 16 – это 1 десяток, 6 единиц. 11 – это 1 десяток, 1 единица. 19 – это 1 десяток, 9 единиц. 18 – это 1 десяток и 8 единиц. Если у вас выполнено так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодцы! Далее мы с вами будем решать задачи. Запишите слово «задача» с большой буквы, буква сочетания «ча», не забывайте, и решим первую задачу. Когда из пакета съели 4 пирожка, в нем осталось еще 7 пирожков. Сколько пирожков было в пакете первоначально? Давайте запишем с вами краткую запись этой задачи. Съели 4 пирожка.
осталось 7 пирожков. Сколько было в пакете пирожков первоначально? Скажите, задача простая или составная? Верно, задача простая. Чтобы ответить на ее вопрос, нам нужно выполнить одно действие. Выполните это действие, запишите ответ, а потом проверим. Проверяем. Четырем прибавим 7, получится 11 пирожков. Если вы решили так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодец. Решаем следующую задачу. На доске висит 7 синих и 5 красных магнитов. А белых магнитов столько, сколько синих и красных магнитов вместе. Сколько белых магнитов висит на доске? Давайте запишем краткую запись этой задачи. Главные слова. Синих 7 магнитов, красных 5 магнитов и сколько-то было белых, неизвестно. Но сказано, что белых магнитов столько же, сколько синих и красных магнитов вместе. Нам нужно узнать, сколько белых магнитов висит на доске. Скажите, задача простая или составная? Эта задача простая. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить одно действие. Выполните это действие, а потом проверим. Проверяем, сколько белых магнитов висит на доске. Мы к 7 прибавим 5, получится 12 магнитов. Если вы задачу решили так же, поставьте себе восклицательный знак, вы молодец. Решаем следующую задачу. Зина решила 9 примеров, а Володя 7 примеров. Сколько всего примеров решили дети? Запишем краткую запись. Главные слова. Зина решила 9 примеров. Володя 7 примеров. Нам надо узнать, сколько всего. Задача простая. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить одно действие. Выполните это действие, потом проверим. Проверяем. К 9 прибавим 7, получится 16. 16 примеров всего решили дети. Решим задачу. Купили 7 больших конвертов и столько же маленьких, сколько всего конвертов купили. Давайте запишем краткую запись. Больших 7 конвертов, маленьких столько же, сколько и больших. Нам надо узнать, сколько всего конвертов купили. Задача простая. Для ее решения нужно выполнить одно действие. Выполните это действие, потом проверим. Проверяем. К 7 прибавим 7, получится 14. Конвертов. Всего купили 14 конвертов. Если у вас задача решена так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодец. Следующая задача. В букете 14 гвоздик. Из них 4 красные, а остальные белые. Сколько белых гвоздик в букете? Запишем краткую запись. Красных 4 гвоздики, белых неизвестно, а всего нам сказано, что 14 гвоздик. Задача простая. Для ответа на ее вопрос нам нужно выполнить одно действие. Выполните это действие, потом проверим.
Проверяем. От 14 отнимем 4, получится 10 гвоздик. Запишите ответ. Если у вас задача решена так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодцы. Я рекомендую вам подписаться на канал «Репетитор по русскому языку» и писать диктанты без рекламы. Ссылка на этот канал будет в описании к этому ролику. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это ваша благодарность за мою работу. Помните, что добро всегда возвращается. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья!